Магазин прицепов РФ приветствует вас. Сегодня мы расскажем о прицепе ССТ 713206 с подъемным тентом. Внутренние габариты кузова: длина 2,42 метра, ширина 1,44 м, высота внутри прицепа от пола до края каркаса тента 1,62 м, высота борта 26 сантиметров. У данной модели открывается передний и задний борт. Также они усилены фанерой, и задний борт выступает в роли заездного трапа при погрузке техники. Борта толщиной 1 мм с дополнительными ребрами жесткости. Прицеп полностью оцинкован. Общая длина прицепа 3,85 метра, ширина 1,9 метра. Высота с тентом в закрытом положении от земли 2,25 метра. Дышло у прицепа переменного сечения толщиной 3 мм. Рама изготовлена из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Кузов прицепа самосвальный. Прицеп не имеет подрамника. Установлены трехлистовые рессоры белорецкого завода. Также установлены амортизаторы. Подходит от классики Жигулей. Ось, как и у большинства прицепов, крашеная. Труба круглая, диаметр 60 мм. Стенки трубы 4 мм. Ступицы от ВАЗ 2108 задние. Подшипники установлены двухрядные, необслуживаемые. Колеса прицепа в данной комплектации R13. За дополнительные деньги можно заказать прицеп на колесах 15 радиуса. Размер клеи данной модели 1,76 м. Дорожный просвет 255 мм, погрузочная высота 600 мм. Крылья пластиковые с брызговиками. Дышло, как уже говорилось, толщиной 3 мм, V-образное. Отверстие под установку коммутаторного колеса, страховочные цепи. Есть возможность регулировки сцепной головки по высоте. Сейчас она в нижнем положении, можно сверху перекрутить, будет повыше. Также на дышке установлена поперечина для крепления запасного колеса. Вилка стандартная, 7 пин. Вилкодержателя нет. Проводка крепится аккуратно на стрепах. Ничего не провисает. Пол прицепа влагостойкая фанера толщиной 9 мм. На полу установлены по углам кольца крепления груза. Задние фонари достаточно большие по сравнению с аналогичными прицепами конкурентов. Подключаются с помощью коннекторов. Никаких скруток, изоленты. На крыльях передние габаритные фонари стоят. Также установлены современные защелки борта. Здесь. Сзади тоже на подъемном механизме.
На прицепе установлен евротент с тросиком в резиновой оплетке. Аккуратненько так через кольца. Тент имеет аэродинамический скос. Задний и боковой клапан. С той стороны. Боковой клапан. Дуги тента также выполнены из оцинковки. Достаточно жесткий каркас. Под видео в описании наш сайт и адреса магазинов, где можно приобрести прицепы SST. Ставьте лайки. До новых встреч. Прицеп ООО «Торговый дом», Саранск, спецтехника. Это модель «Шестерочка», бортовой. 750 килограмм снаряженная масса. 216 пишут вес прицепа. Нагрузка на степной шар 50 килограмм. Прицеп оцинкованный. Сделан из оцинкованного листового металла. Почти все в оцинковке, кроме оси. Ось крашеная. Платформа откидывающаяся для заезда на нее, например, квадрика. Или какого-нибудь снегохода, если он войдет по длине. Длина этой модели 2,5 метра. Ширина почти 1,5. Прицеп на рессорной подвеске с амортизаторами. Сделан достаточно грамотно, аккуратно. Но есть над чем можно поработать дополнительно перед продажей. Либо за дополнительные денежки для клиента можно устранить или доработать до класса люкс.